Для семей погибших сотрудников органов внутренних дел была организована экскурсия в образовательный центр «Сириус». Гостям рассказали интересные научные факты и предложили самим провести несколько экспериментов в лабораториях. После этого, как говорится, с ветерком их доставили по набережной в ресторан. Слова благодарности и признательности им высказали глава Сочи Анатолий Пахомов и временно исполняющий обязанности начальника городского УВД Сергей Огурцов. Всем гостям вручили памятные подарки.